Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители. Много вопросов задали по теме мини-печка для зимы. Так. С галогенки. Значит, покажи схему. Вот схема. Значит, смотрите. Сеть. Два провода, фаза и ноль. Далее. Выпрямитель выпрямляет, значит, переменный ток на постоянный. 24 вольта, 50 ватт. Любой. Можно больше 50 ватт, но не меньше. Далее. Отражатель от прожектора. Вот он, круглый. Внутри отражателя, значит, лампочка, галогенка на 50 ватт. Получая питание, она, значит, с выпрямителя, благодаря своему нагреву, то есть она имеет нагрев до 600 градусов, такая лампочка, галогенка, на колбе. И плюс отражатель отражает, то есть увеличивает вдвойне. Получаем примерно 37 ватт тратим, а получаем на киловатт примерно тепла. Итого КПД получается, значит, 1000 разделить на 37 и помножить на 100. На 2000 где-то, на 3000, на 2700, ну, в общем, на 3000 КПД где-то. Тут у меня записано 2631, да. 2631 где-то. КПД полезного действия. Как оно считается? КПД считается затраты. Тратим 37 ватт. Вот 37 ватт. А тепла получаем точно столько, сколько на 50. Ой, сколько на киловатт бы включили с нехромовой. Столько тепла. Благодаря отражателю и того, что колба греется, отражаясь от отражателя, и получается большое тепло. То есть все просто. Спасибо за внимание, значит. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья и успехов труде и обороне.